Тут выпускают практически любых специалистов, рассказали Путину, но специализируются на биологии и медицине. И показали уникальный музей изучения мамонта. А если быть совсем точным, то мамонтихи. Ее нашли на вечно замерзшем острове Малый Лиховский. Вот этой мамонтихи 28 тысяч. 28 600. Мягкие ткани сохранились. Мягкие ткани. Значит, это можно планировать? У нас есть проект возрождения мамонта. Надеемся, в конце концов, когда-нибудь увидеть, как у нас бегают мамонты. Теперь здесь в лабораториях проводят исследования, размышляют, как повысить выносливость уже человека к морозам за 60. Заговорили про международные проекты, но тут тему прервал журналист из BBC.